А у нас продолжение нереального прохождения сюжеточки и прокачки. Кстати, левел-то мне, что третий? На секундочку. Вот так. Что, там с кланами разными поговорить надо? Пришли мы в локацию, значит. Мы из берега пробуждения вышли с этой локации. Пришли в равнины Анары. Угу. И здесь нужно побегать. Сюжетку тоже поделать, видимо. Иди, ну, полетели. Брать с птичками, шикар. Я здесь не по своей. Угу. Давайте покончим с этим. Так, с каждым кланом все надо будет поговорить мне, немного, да? Хорошо. А ну-ка. Здесь тоже поговорить надо. Одни бойцы говорят, киллы поделать. Смотри, другие, думаю, пособирать пошел? Урдузу ставят, судя по всему. Да защитят. Два юных клыкара доставили дичь на бытие тобой в странствиях. Принеси ее сюда. Так, да? Что-то взяли, что-то подобрали. Надо приправить мясо. Возьми специи из наших запасов. А, вы кулинары. Мяско, оказывается. Я не всмотрелся на самом-то деле. Поработай на кухне немного. Пока рейд собирается, вот зашел, у тебя игра громкая, как будто. Так и должно быть. Я же сюжетик смотрю. Первое прохождение должно быть с громкой игрой. Тут как бы сама игра. Самое главное. Ну и мои комментарии по этому поводу. Что не так-то? Меня же слышно? Думаю, слышно. Если игра тихая, это плохо. Наоборот. Это на Сирусе делать уже как будто бы нечего. То есть ты и так все понимаешь, знаешь. Да у нас просто идешь и геймплеем занимаешься, и все. Все одно и то же, одинаково. Тогда зачем звуки игры этой слышать? На этом Сирусе. Вот теперь лучше. Но язык до сих пор не отнялся. Скачай Дранор. Ну, пока что делаем вот тут дело. Прилучшенный язык до сих пор не отнялся. Отлично. Вот теперь и Марук с Тирой взвыли бы, как волки. Как волки, можно брать. Доверяю тебе пожарить мясо. Не снимай его с огня, пока не обуглится. Ага, поехали. Несу, в печку кидаю. Мяско чисто. А они не заметишь пропажу, да, если его сам схлопаю? Неплохо, аромат сильный. Ветер донесет его нашим предкам. Положи подношение на стол. Ага, давай. Пиратка Дренора. Кстати, да. Какой-то Дренор, что ли, есть, что намекаешь на него? Как твои дела? Как дела? Нормально. Нормально, нереально. Мать, ценим. Даже в игре, ребят, говорят, цените мать. Так что ценим мать. Так, куда мне лететь? Здесь квестик выполнили один. Здравствуйте. Я туда прилетел или нет? Не туда немного. Бурю. А вот теперь туда. Холодный фронт. Отлично. Стужа пробирает до костей. Ага, там кулинары, тут собираторы, а там воины были. И не повернуть вспять. Вообще логично было бы, если бы мы... Если мы бы одним помогли мясо нужно собрать, которое понесли бы кулинарам, кулинары бы принесли мясо травникам, а травники пошли бы собирать траву. Как-то более взаимосвязаннее было. Так каждый сам по себе, видимо. Благовоние сладкого нектара. Хотя, может быть, они обязанности просто разделили. Хотя, по-другому, наверное, сделали бы. Ну ладно. Не достаю. Помогаем, короче, разным ребятам. Так, цветок. Благовоние сладкого нектара. Что сделать надо? Куда идти? Что за благовоние? Ага, вижу. Пошли. Офигеть, от сапы и литейки. Есть пиратка Дренора, правда там 1-8 человек на серии. Не, ну 1-8 человек это целую десятку можно собрать. Почти. Если они, конечно, не сидят АФК. Или вообще сидят сюжет смотрят. По итогу играют в него. Либо накручены несколько ботов и все. Так, а что я собираю и для чего я это собираю? Перетираю 5 цветов. Ага, 5 надо. 5 штучек перетерем. Перетерем, перетрем. Ух ты ж. За деревом спряталась. Ну-ка. И пошли сдавать, видимо.
Пошли, пошли. Я слишком далеко. Все. Дыхание она. Вонючка создана. Принимайте. Оскверненные ветра. Да-да-да. Ветра. Они самые, да. Победить кентавров. Сейчас победим, потрогаем их. Ты посмел привести сюда чужака? О! Ты оскорбил Анару, Канбалака. Отлично. Одумайся. Сразимся еще разок. А, не все. Пропадает просто в тупую. А можно сразу всех, правильно? Напасть. Так, хорошо. А ты чё кастуешь меня что-то, я не понял. Так, хорошо, я накастую тут побольше, правильно? Вы же не против? На себя хоточек. А теперь вот так сделаю. Замечательно, и все. Оп. И вот отсюда еще кастануть сейчас немножко. Глянь, какой персонаж веселый. Бабах. Что может, однако. Слушай, в ПВП вообще, наверное, жесть происходит с этим персон. Он и там, и тут, и везде этот дракон. Уважай других. Так-то. Если говорить за ПВП какой-нибудь, то он же вообще капец. Полная. Все. Накастовали. Вот ты собираешь квест-айтем, а мог ульду 25. Я вот прошел эту ульду 25 уже раз 200, наверное. Еще раз 200 надо пройти ее. Чтоб прям 100% люди поняли, что все умеешь. Умеешь проходить. Молодец, Ирасик. Почет, респект и уважение. 500 раз проходишь его. Всего лишь-то. Надо еще раз 500 раз. Тебе надо ключи хилом. Надо пока разобраться с сюжетом. Послание все понемногу. Вот 70-й будет, вот эта сюжетка сделается. Вот тогда уже можно ключи, всю фигню начать делать. Как раз покажется третий уровень. Да я не тороплюсь пока. Я же не бегу вот это, не сдавать сразу квестик. Катсценки смотрим. Иногда разговорчики. Я ж здесь никуда не тороплюсь. Дело само себе не сделает. Кстати, ключи с Гомелем пампить эти. 30-е ключики. Ох, что эти рюшники. Мне эта штука, кстати, как будто бы ключи 30-е не нужны. Механики же там новые, по идее, не добавляются. Может быть, аффиксы какие-то и все. Хотя, если я буду баланс какой-то... Говорить о балансе, так сказать. Вот нам что-то говорили, монахов каких-то подапали или подфиксили. Какой клан следит за соблюдением? Даже изъясняет жестами Йокер, занес слух. Какой клан следит за соблюдением древних традиций, помогает кентаврам Марук следовать его? Не понял. Дайте правильные ответы. А я не слушал. Вы что, рофлите, что ли? Оно там полгода говорит. Ой, фрики. Так, ладно. Воля предков. Воля предков. Еще раз. Какой клан следит за соблюдением древних традиций? Хорошо, давай Тирай. Тирай следит за этим делом. В какой клан вступают кентавры разных уголков? Равнин, обрися особую связь с нашей богиней Анарой. Наверное, Анир? Логично. Так, какой клан пришел к власти позднее других и сейчас обладает самым большим войском? Накхур или Шикар, наверное? Ну, они воины вроде, но что-то я не видел, чтобы у вас было много их. Ну, ладно. Попробуй еще раз. А ты что, черт, что ли? Давай. Какой клан следит за соблюдением? Так, первый, четвертый, Накхуты, так понимаю. И какой клан оттачивает свои навыки, охотится за животных сравнен? Шикар, да. Было дело. Так, шею мне дают 252. Вопрос только, на какой стат? Слушай, да я не шарю, какой стат мне нужен. Давай универсальность плюс что-нибудь. Крит универсальность. Или хаст универсальность. Давай крит универсальность, пофиг. Дорогу идет посол зеленых драконов. Какой тут максимальный левел? 70-й? Ну, предположу, что да. Честь представлять наш раз и 63-й. Наши народы так долго не сближались. А, и левел какой?
252486, прям как в ВВК. Прошу, дайте ей знать, что я готова. И левел 252, да нет, 251 у меня сейчас, это был, ты что играешь? Нам надо встретиться с Ханаматрой. А ты пока пообщайся с послом. Товары за известность пошли. Здесь почти никого не знаете. Ну-ка. Так, товары за известность тут. Зная своих слабостях. Покажите мне свой товар. За припасы могу что-то покупать, могу репутацию вкачивать за драконьи камни какие-то. Ух, ема тут насрано. Иллюзии какие-то. Костюмы какие-то создавай, сиди. Плечи какие-то. Так, это все костюмы, это что такое? Это тренька или что это? Грудак. При получении. Да, выкройка женщина. Что это такое? Выкройка. А, я могу это крафтить. 340 стоит амулел шмотки, кстати. Тут грудак 389, кстати, на секундочку. Требуется 70 уровень, требуется 24 уровень известности кентавров Марук и выполнение задания от чистого сердца. Короче, какие-то репутации, видимо, есть. Кузнечное дело островов. Топор на интеллект, кстати. 1000 инты, у меня 300 инты, кстати. И там левел 382. Короче, тут хватает всякой фигни. До встречи. До встречи, до встречи. Это у нас где? Вот здесь где-то, да? Кентавры со своей известностью. А я все равно забуду, так что ладно. Пошли дальше. Так, Марукай. Уровень известности. Куда дальше? Не понял, подожди. А где дальше квесты? Кто учил тебя манерам? А в смысле манерам? А дальше куда? Прощай. А вы квесты не хотите мне это самое? Обратитесь к интенданту Хусенгу Марукай, чтобы получить мешок с припасами. Кочевники из клана Илак будут рады видеть вас в своем лагере. А где квесты-то где? Лёхо, браза! Что не так-то? Мне туда надо идти? А, прибытие посла. Новое задание здесь. Хорошо, пошли. Вон оно. А как я его сразу не взял-то? О, грудачок, хорошо. Я здесь, чтобы помочь восстановить камень клятвы зеленых драконов. Отлично. Спасибо. Помощь не помешает. Наших халявный грудак, хватит, серьезно? Сюда лут. Мы садоводы, а не бойцы. Садоводы, а не бойцы. Вот так вот. В наших садах находится портал в изумрудный сон. Мы не сможем усилить камень клятвы. Готова к аудиенции. Защищать от воинов стихий. Племени Марук тоже нет житья от воинов стихий. Если на то будет воля Анары, завтра я протрублю в рог Друсала и возвещу о нашем союзе с зелеными драконами. Меритра, дочь Изеры, благодарит тебя за... Благодарит? Ха, драконы чтят лишь себе подобных. За них не прольется кровь, Мару. Не ты здесь, Ханаматра, Балакар. Настоящий лидер. Не отдал бы эти земли чужакам. Ты порочишь память Марука тысячи костей, Сарест. Отступитесь. Нет. Равнины принадлежат племени Марук. А Марукай принадлежит Накхудам! Воины напали на травников. Интересно. Ох, сейчас будет драка, Махач. Где тебе довелось? Пошли по-моему дальше. Еще увидимся. Ну все, он. Подобие кентавров. Вы моего копыта не стоите. Все, сейчас будет Месилова. Глянь, так я парю, а не лечу, кстати. А тут какой-то еще квестик есть, кстати. Я заметил. А ну-ка, сейчас еще квест возьму один. Так, тут помочь надо.
Дадут голову, которая у меня уже якобы посильнее даже есть. Ну ладно. Хорошо. Потрогали. Так, я могу все это сразу напулить на себя или как? Нужно подойти. По идее могу, почему бы и нет. Я слишком далеко. Хорошо. Что не так-то уже? Невозможно сделать это на ходу. Серьезно, отдохнуть ты не можешь на ходу. Да ну. Что уже не так-то? Отписайте же вы уже, ё-моё. Мне же захилиться надо. Отлично. Капец, дело опасное, сложное. Так, и вот этих тоже потрогать надо бы. Собрать здесь всех. Отлично, станчик. О-о-о, ты точно никуда не прилетел, фрикищ? Геймплей, конечно, какое. Давай, и этого тоже за тупость потрогать. Хорошо. Когда я перекатываюсь, я могу на ходу, как я понял, летать, бегать, дела делать свои. Это мы откинули. Давай, добивну уже. Отписаешь-то. Все, хорошо. Так, а мы всех завалили? Мне одного еще надо залить. Ну, пошло за дело. Поехало. Оп. Все. Добили? Да откисаешь ты уже. Все, пошли. Ну-ка, подлетели. Шляпа мусорная. Хотя уже... Ладно, такая себе. Это священно. Хоть она и прокнула на синюю, лучше бы на фиолетовую прокнула. Накхуды сделали свой выбор. Для них сила дороже кентавров Марук. Откуда такие цифры? Намечается буря. Цифры? Где цифры? Кто цифры? Я сдержу обещание, данное послу. Похоже, кентаврам Марук и драконам пора вновь объединиться. Вы пикируете к связнику, летите с ним. Действует на 10 секунд дольше бреющий полет. Вот эта штука. Прожигающее пламя. Прижигает раны связника, снимая эффекты кровотечения яда. Хан Сансок о тебе говорила. Если хочешь помочь драконам, помоги нам. Выживительное объятие. Ну давай бреющий полет возьмем. Штука вроде не такая уж и плохая. А, квест надо сдать. Сейчас скорость передвижения должна повышаться еще сверху. После него. Ну да. Все. Красик бы сразу впрягся, а так, как травником стерпел. Если бы трогали горняков. Да свет, поторопись. Нужно собрать войска и найти... А травники тут это, слабенькие ребята. Травку что-то там наркоманят. Понятно все с ними. С нейтборнами заодно. А крышу где? Кто спер? Лянь, прикинь, пришел тип, крышу сломал. Молнии. А чинить кто будет? Не, ребят, я чинить это не буду. Да. Дальше сами. Как-то думаете. Это крышу я у вас не воровал. Давай, давайте сами. Посмотрим, чему тебе что? Удалось научиться. А куда я пришел вообще? Я дожила до их возвращения. Какой маршрут? Подожди, это квест? Это... Подожди, я вообще не туда пришел. Мне квест сдавать надо. А где квест сдается, чуть не понимаю. Подожди, так он там и сдается, походу? А, вот туда мне. А это что такое, что за... Что это такое? Это локалка какая-то, маршрут. Внутри полным-полно золота, припасов драконьих островов, повезет... Найдете манускрипт. Давай маршрут пройдем, че нет? Острова пробудились. Я хочу пробовать этот маршрут. Поехали.
А, это на дракончике полетать надо. Все, я понял. А ну-ка, полетели. Оп. Оп. Ну-ка, снакас. Это на скорость или на что? Мы выполняем сейчас. Выполнено почти. Все, просолено выходит. Идеально. 99% геймплея. Мне дали какой-то какой-то сундук, с которым мне дали 500 голды за то, что полетал, и 10 припасов каких-то непонятных. Сюда, лутецкий. Пятихаточку чисто. Можно так всю голду фармить? Чисто летаешь. Красота, мне понравилось. Го еще. Есть еще такие локалки? Или все жило? Локалка закончилась или как? А ну-ка, пройти испытание. А ну-ка. А испытание это что значит? На старт, внимание, поехали. Полетел, браза. Полетел. Сейчас все сделаем быстренько. Поплыли. Оп. Поплыли, поплыли, поплыли. Сюда давай. Хотя, возможно, и неправильно сделал немного, но ладно. Неважно. Полетел. И залетаем сюда. Рывок до мор... А, это испытание. Золото 24 секунды, личный рекорд 22. Так, слушай, я на золото сразу прошел нормально. Это типа круто. Да, это какая-то ачивка? А, если я все маршруты пройду, я что с этого получу? Награда бронзовый флагончик. Неплохо. Так, а теперь полетели к сюжету. Тулить это крыть, закрывать. Заставлять скрывать, прятать, а не бить. Новые слова изучаешь, Витя? Тогда что значит слово лупить? Пулить, лупить. Полупить. Что ты так за алфавит взялся, Витя? Еще один фотограф никогда не помешает. Либо там буковки объяснять надо. Полетели. Бить. Тебе не надо поесть. Поесть? Не, ну было бы неплохо, конечно, поесть. Заботься о земле, а она позаботится о тебе. Но на поесть пока не накидали. Многие поколения Марук не видели столь масштабного противостояния. Боты пока норм на дырку зашли. Равнины будут полностью охвачены войной. Ботоводят, мальчики, ботоводят. А, ты про ДБК имеешь в виду? Там живу. Что-то открылось. Понял. Ну, я на дефе покатаю пока. Хотя кто-то говорил, что там уже 50-е уровни были. Что-то видел какие-то картинки. Прокачка, видимо, там быстрая довольно. Все-таки. Хотя это довольно странно, что люди 50 уровня там. Так быстро. На X2-то серые. Ладно бы X5 какой-то был бы. Но что-то здесь нечисто. Приветствую. Как взлететь? Взлетели. А, здравствуй. Блин, нам надо было реально взлететь на БК. Ты картинки про ДК видел? Картинки про ДК какие? Что ты бегал с билдом каким-то странным, что вы скидывали? Боты некоторые уже 10-го, так что 50-й это нормальный. Ага, понял. Если уже не 60-й, не 70-й там, ребята. Мои приказы переданы. Пусть твои сердце. Спасибо за донейшн. Выколывай, сердце, товарищи, спасибо. Пам-пам-пам. Он превосходный мистик. Наверное. Влетев мы кола. Чисто так. Подлет устроили. Подлядывал мы кола, признавайся. Так-то. На секундочку. Официалочка. Картиночки красивые, прикольные. А? Ё-моё, мы кола.
Что ты нашел?